На снимках из космоса видно, что наше море приобрело бирюзово-жемчужные оттенки, хотя ранее всегда было темно-синее. Специалисты говорят, что это связано с цветением особого фитопланктона – коколитофоридов. Количество этих водорослей в последнее время возросло. Да, действительно, начали массово размножаться какие-то либо новые виды водорослей, либо те, которые присутствовали в очень ограниченном количестве. Ну, я так предполагаю, что, может быть, как раз вот появление новых биогенных элементов, которые, в общем-то, благоприятно сказываются на размножении этих водорослей и вызвало их массовое развитие. Что из этого может, так сказать, последовать? Опять же, это мы знать не можем до тех пор, пока мы этот вид не изучим и не, так сказать, узнаем его биологию. Кроме изменения цвета, массовое цветение водорослей может пагубно сказаться на морских обитателях, так как в воде резко сокращается количество кислорода. Но экологи неблагоприятных прогнозов пока не делают. Между тем, исследователи отмечают, что смена цвета моря в начале лета – обычная ситуация, которая происходит каждый год. Просто в этот раз фитопланктона стало больше.